Сюнил Р. Шах и Imperial Entertainment представляют. Так, кабель Sega. Sega Vectorman. Так, тоже что-то с Сешкой связано. Черепашки. А что у нас тут в большой коробочке-то? Так, большая коробочка у нас. Карики с кассетками. Это мы на потом. На потом. Так, Дендюха. О! Супер Нинтендо. Фамикомчик. PS3 что-то. Тоже что-то карики. И Сешка. Сешка наша любимая. Давайте, ребят, скорее всего, вот эту коробочку мы сегодня с вами распечатаем. Ничего не подсказал, что накидается. Всем привет, ребят! Приветствую на канале Видео Кис из 90-х, и сегодня мы с вами продолжаем распаковочку на тему Фамикомчика либо Супер Нинтендо, кому как удобно. Приобрел, значит, эту замечательную коробку, ребята. Здесь должно быть три карика на Фамиком, Данки Конг за 4200, ребята. Разделим на 3 и получим цену за картридж. Естественно, цена указана вместе с доставочкой. Как обычно, я ее приобретал на Авито через Авито доставку. Ребят, точно не помню, но это было доставлено 5 пост. Сегодня у нас ассистент, помощник. Всем привет. Ну так, ребят, вы уже слышали, всем привет от помощника. Сейчас приступаем к вскрытию. Ребят, как в объявлении было указано у продавца, что карики прошли, так сказать, предпродажную подготовочку. Было все смазано, подчищено и облизано.
Ну, естественно, ребята, мы с вами их протирать не будем, как в объявлении было указано, что все сделано. И затестим, посмотрим, запустятся они у нас ли с первого раза или нет. Самое главное, ребята, у нас карики не, так сказать, не в полном комплекте присутствует коробочка, пластиковый боксик, забыл, как правильно называется, но нету книжечки, ребят, нету книжечки, это очень плохо. Будем искать книжечки отдельно. Ну или, возможно, попадется карик, мод, убитый какой-нибудь за хорошую цену, но с хорошей книжечкой по состоянию. Как видим, что упаковано все замечательно. Три карика, ребят, от Famicom. Это, ребят, лицензия, оригинал. Кому как удобно, называю их кариками. Потому что, ребята, повторяюсь, в наше время слово картридж было дикое. Называли карики, что на Денди, что на Сегу. Ну, Супер Нинденда, ребята, было уже у избранных. У меня, естественно, не было Супер Нинденда, так как и Сеги. А была китайская Денди. Как видим, что у нас коробочка пустая. Коробочку мы убираем в сторонку. А сейчас приступаем, ребята, к вскрытию. Donkey Kong. Famicom оригинал, ребята. Упаковано все замечательно в пупырочку. Начнем с первой части. Donkey Kong. Как видим, что, ребята, по состоянию очень замечательно. Все упаковано хорошо. И вуаля, ребятки, достаем. Вот он, ребята, вот он. Пахнет Японией, пахнет оригиналом, ребята. Это 100% оригинал, лицензия, не подделка. Как видим, что коробочка у нас по состоянию на 4 с минусом, присутствуют потертости. Ну, ребята, время берет свое. Давайте вскроем. Присутствует вот такой пластиковый боксик, но, ребята, повторяюсь, книжечки нету книжечки. В объявлении было указано сразу пустая коробочка. Вот такой, ребята, у нас замечательный оригинальный карик Donkey Kong. Ну, ребята, по состоянию карик в лучшем состоянии, чем коробочка. Вот такой у нас карик, ребята. На оригинальном карике должно здесь выгравированы цифры. Видим, здесь у нас получается циферки. Made in Japan. Nintendo. Ребята, это оригинальный карик фамикомовский. Donkey Kong. Погнали дальше. Дальше, ребята, у нас получается Donkey Kong вторая часть. Тоже, ребята, тоже без книжечки, без мануальчика. Вот так мы все скрываем. Видим, что здесь коробочка. Здесь уже коробочка, ребята, намного получше. На, так сказать, на 5 с минусом. Присутствуют потертости, но, ребята, коробка получше, чем от первой части, так сказать. Естественно, это оригинал. Япония, ребята, Famicom. Все в иероглифах. И опять же нету книжечки. Что, ребята, что в первой, что во второй, в третьей части тоже нету книжечки. Как видим, что карик у нас тоже в идеальном состоянии. Можно сказать, в блестяще идеальном. Тут у нас тоже и присутствуют циферки. 08А Super Famicom кассет. Модель такая-то. Super Famicom кассет, ребят. Ну не знаю, так написано, смотрите. Видно, нет? Да, кассеты. Ребят, здесь, кстати, тоже Super Famicom кассет. Так что, ребята, это не карики, это кассеты. Ну, ребята, конечно, это картриджи. Не знаю, почему здесь указано кассеты. Made in Japan. 1995 год. Вторая часть. Так, Madden in Japan, ребята, на первой части год не указан. А, нет указа, 94-й год. Так, и дальше, ребята, у нас Donkey Kong, часть третья, под номером 3. Скрываем пупырочку. И давай доставайся, опаньки. Вот такая коробочка, ребята, но она уже по состоянию хуже, чем
вторая часть. Не знаю, почему она такая замусоленная. Ну, так сказать, не знаю. Но чуток-чуток получше, чем от первой части. Коробочка тоже. Donkey Kong, Super Famicom, Япония, Nintendo. Тоже, ребята, отсутствует мануальчик. Вот так, ой, чуть не уронил. Вот такой у нас замечательный карик, ребята. Карик, как сказать, в более лучшем состоянии, чем коробки. Я не знаю, почему с это связано. Такое ощущение, что карики не оригинальные. Только коробки оригинальные. Потому что у кариков намного лучше состояние, чем у коробки. Ну, хотя здесь тоже присутствуют цифры 000. Супер Famicom кассет. Модель такая-то. Madden in Japan. И год у нас получается... 96-й год, ребят, не знаю, видно вам, нет, Nintendo 96-й год. Вот такая, ребята, у нас сегодня небольшая распаковочка была, естественно, без теста мы это дело не оставим. Сейчас, ребята, мы все это дело с вами затестим, а затестим мы на китайской Super Nintendo и посмотрим, будет ли она... так сказать, кушать, воспроизводить оригинальные японские карики, ребята. Но я это знаю, что она их воспроизведет и зачитает без проблем. Просто мне некоторые подписчики пишут, что она вообще, ну, сказать так, кушает, что воспроизводит, что не воспроизводит. Она воспроизводит все, что у меня есть. И даже карики с FX-чипом. Сейчас, ребята, давайте перемещаемся к тесту. А до этого у нас в начале видео был Donkey Kong с китайского карика, который я покупал, так сказать, вместе, не то что с комплектом, а в довесок уже купил для этой приставки. Ты хочешь посмотреть, какой тебе больше нравится карик? Первый. Первый? Говори громче, просто не слышишь. Первый? Да, первый. Ну-ка возьми, покажи, какой первый у нас тут. Этот. Ага, посмотри на него. А почему он тебе больше нравится? Природа есть? Да. А во второй части? Вторая часть у нас получается на... Где? На чем? На корабле. А третья часть, ребят, я не помню. Что-то помню там, что-то по каким-то мостам бегать, что-то такое. Но тебе первая часть больше нравится, да? Да. Ну все, давайте, ребят, приступаем к тесту. Так, ребят. Donkey Kong, Famicom, Япония. Карик под номером один. Ну, первая часть... Сейчас, ребята, врубим и узнаем. Посмотрим, включится она с первого раза или нет. Так, чпоньк. И? Вуаля! Все работает с первого раза. Сейчас будем тестить игрушку. Ребят, все у нас будет в иероглифах. Здесь я так понимаю. Надо поровнее поставить. Так, нажимаем кнопочку старт. Опа, не понял, а что за сохранение? Нифига, ребята, тут что-то сохранение даже есть. Давайте начнем сохранение. Интересно даже. О, иероглифы, ребята. Что-то мы не сюда зашли. Я не ожидал такого, что здесь сохранение будет. Как отсюда выйти? Так, походу идем нам вот сюда. Офигеть, я до сюда же не заходил. Так. А как прыгать-то? Во! Wow.
Это по ходу дела какой-то японец играл, видать, и сохранения остались. Значит, батарейка еще живая. Бегом, 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 бегом. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Чуть не успели. Оп, 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 оп. Так, 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 давай, 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 давай. Опа, всех замочили. Ребят, фамикомовские карики намного лучше, так сказать, картинка, так сказать, в плане цвета и передачи четкости, потому что 60 Гц. Потому что 60 Гц, ребят, и формат NTSC, а не PAL. Так. Опа. Да ё-моё, да вы чё прикалываетесь, ребята? О, нифига тут. Пригнуться надо было. Змеи. Да ё-моё, мы прыгнули. Последний раз, ребята, тестим. Блин, еще раз, последний раз и следующий карик. Но мне уже нравится, все работает, все замечательно. Тут только вот надо будет привыкать к иероглифам. В плане сохранения, там что-то подобное. А так, тут ничего сложного нет. Иди, прыгай, да и все. И шпоньк, прижались. Да, блин. Так, ребят, Donkey Kong 2. Donkey Kong 2. И... Так, здесь тоже у нас сохранение имеется. 53%. Давайте начнем с него. Так, и куда нам? Давай наверх. Это, походу, дела разборки какие-то. Давайте отсюда. Оу, шоу какое-то. Так, и что нам выбрать? Вот такие, ребята, непонятки могут случиться. Блин, я выбираюсь, иди, нелегкие уровни. Ох, ох. Так. Так. Давай, 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 отсюда сваливай. Так.
Опаньки. Да, блин, нам куда надо вообще? Ну пошли. Раскочили как-то случайно. Вау. Да ё-моё. Так, надо полегче что-то выбрать. Ну, графон вообще замечательный, ребят. Так, заморозил, что ли, все? Да блин. Как так? Давайте здесь. Так, тут у нас что-то все поднимается. Какой-то бонус уровень. Вау, крысы! Крысы нас завалили. Еще раз. Блин, а его-то как убивать? Game over. Ну, ребята, все на этом. Сейчас у нас будет третья часть. Так, Donkey Kong. Третья часть. Третья часть. Так. И? Блин, здесь опять сохранение. Ну давайте начнем с сохранения. Как начали с сохранения, будем играть с сохранения. Так, где мы, что-то не понимаю. А что не идет-то? Так, ребят, подождите. Большие неполадочки. Продолжаем. Что за нафиг? Ни туда, ни сюда. Ну-ка, нажмите кнопочку Reset. Да. Ребят, почему-то сохранение не запускается. Сейчас без сохранения попробуем. Сохранили. Давайте отсюда вот. Ага. Ну-ка нажми еще раз. Странно, однако. Thank you.
Сейчас, короче, все. Блин. Короче, ребят, хотел все удалить. Удалил только первое сохранение, второе осталось. Части до сюда не доходил. Что надо здесь делать? Как-то надо до бочки нам добраться. Ай, во.
Да, блин, что даже как-то непривычно. Donkey Kong попугай. Блин, как я брал-то бочку? Ну вот, ребят, сегодня у нас такая была небольшая распаковочка от Nintendo, либо Famicomчика, супер Famicomчика. Кому, ребят, понравилось, ставим лайкосы, кому не понравилось, ставим дизлайкос. Естественно, пишем комментарий и делимся впечатлениями. Всем пока, до новых встреч. Game over.